Наталья Ларионова, мама Романа Кононенко. Я очень счастлива, что попала в этот класс именно к учительнице Нине Владимировне. Мы ей очень благодарны. У нас замечательный коллектив, у нас замечательные дети. Благодаря родителям сегодня организован весь этот праздник. Я всех очень благодарю, всех люблю и желаю в дальнейшем, чтобы наша дружба только укреплялась, мы более сплотились, и чтобы до самого окончания 11 класса все так же у нас и продолжалось. Всем желаю любви, удачи, счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Мигачева Светлана, мама Миши Самохина. Нина Владимировна, от всей души хочу вас в этот день поздравить с вашим днем рождения. Пожелать вам здоровья, сил в работе. Вы еще берете детишек, наших вы уже выпускаете, нам очень жалко. Этот праздник проходит, можно сказать, со слезами на глазах. Я надеюсь, что вы наших детей никогда не забудете, а мы не забудем никогда вас. Всегда будем помнить. Большое вам спасибо за наших детей и с днем рождения. Я мама Саши Павлова. Во-первых, хочу поздравить Нину Владимировну с днем рождения. Желаю ей здоровья, чтобы у нее всегда было все хорошо. Здоровье – это самое главное в нашей жизни. Еще я хочу ее поблагодарить, что она сделала для моих это сыновей. Первое, это она это воспитала мне, это очень хорошо, он хороший мальчик, учится это хорошо. Это я очень ей, конечно, благодарна. Это очень спасибо ей большое, что она у нас есть. Жалко, что, конечно, это четвертый этот класс последний, хотелось бы больше. Вот, вроде бы и все. Спасибо вам большое, Нина Владимировна. Большое спасибо. Я мама Крючковой Дарьи. Хочу сказать огромное спасибо родительскому комитету за такой чудесный праздник нашим детям. Учительнице отдельное спасибо за то, что воспитывала наших детей 4 года, учила их, поддерживала. Спасибо огромное. Хочу ей пожелать в первую очередь здоровья, благополучия, всего самого-самого хорошего, что может быть в этой жизни. Я рада, что детям сегодня весело, они в полном позитиве, счастливы, довольны. Единственное, что им, наверное, жалко прощаться со своим учителем, очень грустно. А так, большое спасибо. Я Ирина, мама Шарика Вити. Мы очень рады, что попали к нашей учительнице Нине Владимировне. Это самый добрейший из души человек. Мы ее знаем уже очень давно, учились с ее сыном в классе. Я училась с ее сыном в классе. Вот. Очень много добра она внесла в души наших детей. Научила их дружить, Она научила детей дружить, научила ценить, научила их дружбе. Привела им очень много хороших качеств. Они стали сплоченным коллективом, который как бы пойдет по жизни очень далеко. Закончит 11 классов, вырастет, будут хорошими друзьями. У нас сегодня очень замечательный вечер. Все очень хорошо, дети радостные, родители довольные, как говорится, они наслаждаются детьми. Желаю ей крепкого здоровья, чтобы она еще вырастила не один такой коллектив, жизненного успеха, творчества. Всего-всего самого наилучшего. Мама Данильченко Владислава, меня зовут Ольга. Мы пришли к Нине Владимировне вот с 3 класса. Вы знаете, это наш второй учитель, и я хочу вам сказать, что мне очень повезло, и моему ребенку тоже. Огромные слова благодарности, учитывая сложный переход и некоторые особенности. Ну, у каждого ребенка есть, безусловно. Мягкое такое вот вливание в коллектив дало возможность моему сыну хорошо адаптироваться. Мы прекрасно провели эти 2 года. Мы очень не хотим расставаться с Ниной Владимировной. Это и радостный день, и в то же время грустный. Хочется пожелать огромного здоровья. Безусловно, будет здоровье, будет все. Будет радость жизни, солнце, хорошие впечатления. И самое лучшее, вот можно сказать, что она оставила в сердцах наших детей, да и в наших сердцах частичку себя, частичку вот своей души. То, что будет с ними на всю оставшуюся жизнь, мы будем это помнить, ценить и лелеять. Ведь первый учитель – это навсегда, это единственное.
главное, это база, это то, что даст нашим детям возможность расти и соизмерять свои поступки жизненные в будущем. Это мерило наших поступков и жизни как таковой. Поэтому огромный труд, человеческое спасибо и, безусловно, низкий поклон вам, Нина Владимировна. Долгих лет вам жизни. Мяу! Я мама Унченко Максима, мама Инна. Хочу поблагодарить всех за такое мероприятие. Очень весело, очень хорошо. Поздравляю всех с выпускным, с окончанием 4 класса, перехождением в 5 класс. Поблагодарить нашего учителя Нину Владимировну за то, что она довела наших детей до этого класса, дала очень большие знания. Как бы, и воспитала очень их хорошо. То есть она нам помощник в воспитании. И мы очень им благодарны за это. Поблагодарить родителей за такое мероприятие, которое создали, организовали. Учительница, естественно, да, она считается нашим деткам как второй мамой, потому что они полдня находятся с ней. Полдня с нами считают, полдня с ней. Поэтому они ее любят, уважают, ценят. Как бы не хотят с ней расставаться. Они всегда думают, что это она с ними пойдет дальше в класс. То есть она их не бросает. Ну вот так вот. Хочу поблагодарить родителей тех, которые с нами не смогли поучаствовать. Я говорю, что наши дети, они в коллективе. То есть они очень веселые, находчивые. И они друг друга горой стоят. Я мама Чикалкиной Маши. Хотела бы сказать большое спасибо сначала родительскому коллективу нашему, который все это организовал. Без его бы, как говорится, этой организации ничего бы и не было. Вот. И пожелать всего хорошего нашему классу, напутствие всего доброго, чтобы был такой же он сплоченный коллектив. И спасибо сказать Нине Владимировне, все-таки она наша первая учительница. Спасибо ей за ее человечность, доброту, понимание. Мы ее очень любим. Я мама Диана Мухатычан. Хочу выразить большую благодарность нашему учителю, нашей первой маме за ее внимание, доброту, ласку. Душевность. Душевность, да. Человечность, что она. За ее отношение к нашим детям, которую она любовь дала им. Дай Бог ей всего самого-самого наилучшего, здоровья, всех благ. Не отбило желание нашим детям ходить в школу. Вот самое интересное, да, что они с удовольствием ходили с 1 класса по 4 школу. Спасибо Нине Владимировне за это. У нее сегодня день рождения. Мы хотели бы поздравить еще раз с днем рождения, пожелать ей здоровья, благополучия, чтобы следующий первый класс ее радовал, был более такой, ну, понимающим, да, дисциплинированным. Мы всем благодарны за сегодняшний день, за все проведенные 5 лет, которые мы были рядом с ней. 4 года. С нулевки, если можно сказать. Ну, 5, да. Грубо говоря, 5. Да, мы с нуля, да. Да. Всего-всего самого хорошего. Вообще, замечательный теплый вечер получился. Желаем всем здоровья, мирного неба над головой. Я Нина Владимировна Тюрчева. Это мой класс, любимый класс. Я, конечно, не могу сказать, я еще не ощущаю, что они уходят, они еще со мной. Вот. И знаю, что я должна с ними расстаться, и поэтому мне бы хотелось, чтобы у них в 5 классе все было хорошо, вот, чтобы они учились, доказали то, что они хорошо учатся. Им надо, конечно, трудиться. Вот. И что еще хочу сказать, чтобы коллектив был, чтобы они дружные были, здоровые были, больше занимались после школы вместе, вот они вместе встречаются, вот, вместе собирались, праздники отмечали.
У нас коллектив такой, в общем-то, собрался, детишек. И хотелось бы, конечно, вот эта вот, как говорится, основа класса, она осталась до 11-го. Посмотрим. Ну, я вроде бы, как сказать, попробую останусь. Я решила уходить на пенсию. Потом немножко передумала. Поэтому, если наберут класс, я останусь в этом классе. Мы уже с ребятами договорились о том, что они будут приходить ко мне и будут вожатыми, будут помогать мне в работе. Вот. Поэтому очень замечательный коллектив, очень родительский комитет хороший. Мне повезло в этом классе с родительским комитетом. Родители дружные. Вот. И, естественно, дружные родители и дружный класс. И, конечно, хотелось бы, ну вот я знаю, что некоторые уходят уже в другие школы, но те дети, которые остались в классе и родители, чтобы они все-таки, вот этот сплоченный коллектив, остался до 11 класса. Я всех люблю, и родителей, и детей. И мне хочется, конечно, еще попросить прощения. Я знаю, что некоторые родители, может быть, обижаются. Может быть, я иногда несправедливо бывала детям. Поэтому простите меня, пожалуйста, за это. Нет, Нина, вот. Большое вам спасибо все. За то, что да. Так воспитали наших детей. Все свои знания о том, что вот я говорила, я передавала детям. Любила их, как могла, ругала. Я им желаю всего самого-самого лучшего. Благодаря нашей учительнице у нас сплоченный коллектив, сплоченные дети, дружный класс. Всем большое спасибо, всех любим, уважаем. И в дальнейшем надеемся, что класс наш останется дружным, будет продвигаться и только хорошее будем слышать. Всех любим, уважаем. Да. Слава Богу, что попали к вам, Нина Владимировна. Большое спасибо. С днем рождения! Мне еще сегодня день рождения. Да.